К зиме готовы чебоксарские дорожники показали, как будут убираться столичные улицы в грядущем сезоне. Автогрейдеры, снегопогрузчики, тракторы. Обслуживать чебоксарские дороги будут 90 единиц спецтехники. Проверена была каждая машина. Мы буквально в течение 2 месяцев полностью занимались техническим состоянием нашей техники. И, естественно, все ремонтные работы мы произвели в срок. Сегодняшний день разыгрываем конкурс по приобретению бульдозера на песчано-соляную базу. Вот. Где-то в конце ноября будет определен победитель, и поставка будет где-то к 1 декабря. К горячей паре готовы и водители. Первый инструктаж, сезон начинается, сезон, и тут в обязательном порядке. Инструктаж по технике безопасности при езде, при рабочем месте, то есть сидишь, как технику обслуживаешь. Обязательно медосмотр утром. Вторая техника, приходишь, заводишь, проверяешь все. Это повороты, всякие фары, фонари и систему, как крутится. Для борьбы с гололедом дорожное предприятие закупило 45 тысяч тонн песчано-соляной смеси и 400 тонн реагента «Бионорд». На работу в усиленном режиме дорожные службы перейдут с 1 ноября.